Всем огромный привет, добро пожаловать на мой канал, и сегодня у меня будет видео о моих новинках из магазина Sunlight. У меня их ни много ни мало, но все же они есть и меня очень сильно радует. Так что, кому интересно, продолжайте смотреть, и я сейчас переверну камеру и все покажу вам поближе. Ну и первое украшение, которое я себе приобрела, это была вот такая цепочка якорная. Вот такая, она небольшая, по-моему, 45 или 40 сантиметров. По-моему, 40 сантиметров. Вот такая якорная, обычная, тоненькая, которую я приобрела исключительно из-за ее цены. Ее цена 207 рублей со скидкой. Я вам артикул на эту цепочку оставлю. Не знаю, есть сейчас на нее скидка такая или нет, но 207 рублей за серебряную цепочку. Я когда это увидела, там был красный ценник, по-моему, на ней, я поняла, что я возьму, мне все равно. Просто из-за того, сколько она стоит. И уже придя домой, я на эту цепочку одела вот такой кулончик, который был подарком в магазине Sunlight. Когда-то давно мне дарили, ну, вот эти вот, видите, такую подвесочку. Это не серебро, вот эта подвеска, это, ну, бижутерия считается у них, да. Но она очень классно подходит под эту цепочку, на мой взгляд. И, в общем, вот такое новенькое украшение за 200 рублей у меня получается. Чему я несказанно рада и за что, конечно, Sunlight спасибо. Я покажу, как эта цепочка смотрится на мне. Ну, вот такая маленькая, тоненькая. Мне кажется, класс. Когда я купила вот эту цепочку, я шла в магазин для того, чтобы приобрести себе серебряные браслетики. Я не знала, какие конкретно я хочу, но из ассортимента мне понравились вот такие два. Давайте начнем вот с этого. Здесь просто идет красная ниточка и рядом вот такие вот маленькие шарики. Замочек тут регулируется, соответственно, по длине. Вот я люблю, когда вот такая висюлечка висит. Мне это очень нравится. В общем, браслетик мне очень понравился. Ну, в принципе, такой подо все подходящий. И браслетик этот стоил 693 рубля. Вот этот вот. Но я вам все артикулы оставлю внизу в инфобоксе. Перейдете, посмотрите. Такое базовое для меня украшение. Вот. И второй браслетик, который я приобрела, это вот такой вот. Он стоил 1392 рубля. Это на резиночке. Для меня это несомненный плюс, потому что у меня бывает такое, что мне не застегнуть вот эти вот браслеты. Я постоянно мучаюсь с этим. А он просто вот так одеваете и носите. Здесь нет никаких камушков. Здесь сделаны просто вот такие, так показать, вот такие вот просто, видите, как грани, что ли, какие-то сделаны, как, не знаю, такие чешуйки какие-то, что ли. И за счет чего они блестят и кажется, как будто бы здесь есть такие камушки. Вот. И здесь вот два посерединке вот таких вот, ну, это не камушки, тоже сделано так. Очень симпатично. Я, кстати, очень часто вот эти браслетики ношу вот так вот именно вместе. Мне очень нравится эта история, но все покажу на себе. То есть вот за один раз я купила себе три изделия, и обошлось мне это в 2293 рубля. Я вообще обожаю за это Sunlight, за то, что можно себя бюджетно побаловать. Ну и следующее украшение – это вот такая коллекция, скажем так, в магазине Sunlight, которая идет вот с такими, как называются, да, шариками. Мне очень она понравилась, но из всех украшений я взяла именно вот эти, то есть из всей коллекции, потому что они такие более-менее, ну, носибельные для меня. Я в последнее время стала присматриваться к большим украшениям, они мне стали очень нравиться, но все равно как-то выбрала что-то такое помягче, поносибельнее для себя. Именно вот на этот пальчик мне понравилось, как смотрится. Вообще, это колечко, то есть вот эти вот шарики, они между собой не запаяны. То есть, видите, можно хопс и сделать каким-то таким образом. То есть можно спокойно вот это все выгнуть или поставить как было. То есть даже, мне кажется, отрегулировать именно длину, не знаю, расположение вот этих шариков. То есть они никак не соединены, не скреплены между собой. Мне очень понравилось это колечко. Просто, мне кажется, на мой взгляд, просто потрясающее. Вот, и очень классно смотрится. Вот так вот смотрится. По поводу того, насколько оно удобное, ну,
Видите, оно выпирает, то есть перчатки с таким украшением не оденешь, но летом сейчас, весной, когда я уже, например, не ношу перчатки, мне кажется, очень мило, нигде не мешает, ничего не пережимает, ничего не цепляется, потому что это, ну, кругленькие украшения, то есть они как бы ни за что не зацепляются. Вот, очень мило смотрится, на мой взгляд. И к этому колечку я приобрела вот такие сережки. Вы их уже видели на мне, но я все равно еще все поближе покажу. И это не просто сережки, они меня подкупили тем. Ну, гвоздики, я вообще нормально отношусь к гвоздикам спокойно. То, что вот эта подвесная часть, как вы видите, она снимается. И можно носить просто вот такие вот маленькие гвоздики. Допустим, если у вас какое-то объемное украшение на шее, например, или просто вы не хотите вообще никакое украшение одевать, одели вот такие маленькие гвоздики. И все, хотите, одели подвеску, хотите, не одели подвеску. То есть вы покупаете одну пару, да, а получается у вас две пары сережек. Это очень мило. И цвет серебра, он такой более белый, видите, даже по сравнению с браслетом, то есть получается более светлое серебро. И вот стоимость. Колечко стоило 1745 рублей со скидкой, и сережки стоили 995 рублей. Итого 1700 вот за этот замечательный комплект. И следующий комплект украшений, который явился подарком мне на 8 марта от моего мужа. И этот комплект я уже очень давно присмотрела себе на сайте Sunlight. Я артикул вам тоже покажу. Чек, соответственно, в этом видео я не покажу, потому что муж мне не дарит с чеком. Он даже всегда снимает бирки, хотя знает, что я могу посмотреть, сколько стоит. Вот. Состоит комплект из колечка, сережек и браслетика. На тот момент, когда вообще он мне дарил этот подарок, мне почему-то не понравилось шейное украшение из этой линейки. Но сейчас, вы знаете, что-то я уже по-другому на него смотрю, и мне кажется, что мне хочется теперь из этой линейки и шейное украшение. Ну, давайте начнем с колечка. Это вообще итальянский какой-то бренд, насколько я поняла. Там есть целая коллекция различных украшений. Из всех мне больше понравился именно вот этим. Наверное, потому что они не такие сильно объемные, хотя все остальные из коллекции мне нравятся тоже. Вот такое замечательное кольцо, которое немножко, конечно, мешает. Если вы любите комфортные украшения, то это, наверное, не совсем та история. Но при этом сама вот эта часть, она нам неплотно сидит, кстати, вот эта часть, она достаточно мягкая. То есть, видите, здесь кольцо полностью выполнено как из такого плетения, как кольчуга, как назвал мой муж. Но мне очень понравилось, очень классно смотрится, посмотрите. Просто потрясающе. И такие же идут сережки, у которых вот такой интересный замочек. И я когда на самом деле увидела на сайте этот замочек, я подумала, что будет сжать мочку уха, потому что, в принципе, вот здесь вот достаточно туго он закрывается. Но нет, кстати, ничего не жмет. Очень комфортно они сидят, очень классно тоже смотрятся вот такие сережечки. Идут как бы под комплект. Очень симпатичная вот эта вот коллекция, вообще просто потрясающая. И вот такой замечательный, на мой взгляд, браслет с сердечком, в котором вставлены фианитики. Все выполнено из серебра. Это просто идет покрытие под такое лимонное золото. Необычно. И при этом очень симпатично. Здесь вот такой замочек идет. И, ну, я не знаю, вот я на самом деле первое, что увидела из этой коллекции, это было вот это кольцо, в которое я просто влюбилась. И потом уже начала копаться и увидела уже браслет, увидела вот эти сережки. И сейчас присматриваюсь к шейному украшению из этой коллекции. Я думаю, что я его себе приобрету в ближайшее время. То вот такие вот у меня были новиночки из магазина Sunlight. Обожаю. Мне все очень сильно нравится. Ношу с огромным удовольствием, украшаю себя и желаю вам того же. Вот так вот выглядят вот эти вот браслетики. Я их обычно ношу вместе, вот так вот. Мне кажется, очень здорово, симпатично,
смотрится. Люблю, когда есть вот такие висюлечки. Я обожаю такое, такую историю. Мне кажется, здорово. И также вот так вот на мне смотрится вот эта цепочка. То есть, видите, она совсем-совсем маленькая. И вот я повесила вот этот вот кулончик, который вам показывала. Мне кажется, очень мило смотрится. Мне безумно нравится. Конечно, пока что я оставлю вот этот кулончик. Потом, если он под... Ну, как... испортится, то я, наверное, приобрету какой-нибудь маленький сюда другой. Но мне кажется, миленько, очень симпатично. И также вот колечки вот с этими сережками. Единственное, что вот эти сережки, вот эти вот, вы когда их одеваете, получается, к ним нужно приноровиться, потому что вот эта подвеска, она оп, и упала. То есть, понимаете? И сейчас вот одну сережку я покажу, как выглядит без... Получается, вот так вот просто, без подвески выглядит... Ну, мне кажется, знаете, когда какое-то здесь объемное украшение, или даже, может быть, кто любит вот так носить, да, можно так. Или объемное украшение на шею, и вот такие вот миленькие сережечки, мне кажется. Такие маленькие незаметные гвоздики, когда, может быть, просто не хочется каких-то... украшений, да, то есть вот проблема в том, чтобы, ну, то есть они не очень легко одеваются в том плане, что приходится как-то вот так вот держать, чтобы не падала вот эта подвеска, потому что часто я к ним приноровилась, я их очень часто сейчас ношу, они классно смотрятся, не знаю, я просто обожаю такие подобного плана сережки, вот, и сейчас я приноровилась уже их одевать, а поначалу, когда одевала, они у меня падали, и вот так вот смотрится колечко, издалека, мне кажется, очень, ну, мне очень нравятся вообще вот эти шарики, это, ну, не знаю, где-то я видела, что это какой-то тренд там и так далее, ну, мне все равно, мне просто понравилось, как это все выглядит, мне кажется, миленько и довольно-таки симпатично смотрится, вот так вот. И вот так вот смотрится украшение из итальянской коллекции, тоже мне безумно нравится, вот, совсем не передавливает мочку, то есть очень удобно, ну, мне так удобно, не знаю, я вообще их не ощущаю, не чувствую, они очень легкие, несмотря на то, что такие достаточно объемные, вот колечко и браслетик, мне кажется, вообще мило, не знаю, я, кстати, люблю, когда браслет вот так свободно ходит, то есть никогда он плотно пережимает руку, мне так нравится больше, мне кажется, очень классно под какой-то наряд. Вот это кольцо, так вообще оно мне просто, я не знаю, без ума от него, даже больше, чем от сережек. Очень нравится вот эта итальянская коллекция. Вообще советую вам присмотреться. Конечно, цены у нее менее бюджетные, но очень такие необычные, красивые все украшения. Вот мне понравились именно эти. Хотя и другие из этой же коллекции мне нравятся тоже очень сильно. Я все артикулы на все то, что показала вам сегодня, я оставлю внизу в инфобоксе. Так что, кому это интересно, переходите, смотрите. Почему оставляю артикулы? Потому что в мобильном приложении так легче искать, нежели по ссылкам. По ссылкам вы будете просто переходить на сайт, и там, по-моему, сайт просит все время зарегистрироваться, насколько я помню. Ну, не знаю, могу ошибаться. Ну, в общем, оставлю вам артикулы. Многим так удобно. Еще хочу ответить на вопрос по поводу того, почему я стала носить серебро. Ну, вы знаете, вообще очень хочется экспериментов, очень хочется как-то себя украшать, как-то, не знаю, что-то новенького всегда. Раньше у меня были эксперименты, связанные с волосами, так как я их убила, я больше и не экспериментирую, мне кто-то предлагал подстричь мои волосы. Я не хочу вообще никак их трогать, хочу только ухаживать за ними, и, возможно, потом... Чуть позже я дойду до того, что сделаю длину немножко поменьше, потому что все равно хожу с хвостом. Ну вот, может быть, я и ношу такую длину, потому что хожу с хвостом, и когда длинный хвост, мне нравится больше. И серебряные украшения, которые сейчас появляются в Санлайте, не только в Санлайте, они очень мне нравятся, очень сильно. Бижутерию я как-то вот, не знаю, бижутерия на самом деле хорошая, красивая бижутерия из каких-то, не знаю, красивые вещицы какие-то, они стоят достаточно дорого, и, может быть, поэтому я как-то не особо обращаю на них внимание, но все может быть, я не зарекаюсь, потому что с серебром у меня было то же самое, я говорила, что я серебро не ношу, но нет, как оказалось, все-таки ношу, и мне очень даже нравится.
Вот. Ну и плюс еще послужило то, что муж мне подарил кольцо из белого золота и цепочку из белого золота с кулончиком. Я вам его уже показывала где-то в новогодних подарках, по-моему, у меня они были, так что посмотрите. Тоже были покупки, снято отдельное видео, подарки на Новый год там у меня были. Как раз таки я показывала эту цепочку, и с того я стала присматриваться, вообще стала заходить на сайт Sunlight и увидела, что там куча всяких интересных вещиц. У меня там в списке, знаете, вот это как сердечко ставите, избранное, по-моему, да, у меня там, по-моему, порядка 50 изделий, которые я хочу себе приобрести. Ну, в общем, да, вот такие мы девочки. Так что вот так вот. Ну, у меня, кстати, каждую весну пытаюсь сделать какие-то эксперименты. Вот сейчас у меня украшения и красная помада, и красный лак, да. И, кстати, ногти я тоже не отращиваю сейчас, не знаю, надоело, приелись мне вот эти длинные светлые ногти. Хочется красных. Хочется красные ногти, красную помаду и украшения. Ну и на сегодня я буду с вами прощаться. Я надеюсь, вам понравилось такое видео. Оно было для вас интересным. Не забывайте подписываться на мой канал, кто еще не подписан. Всех люблю, целую и до новых встреч.